Здравствуйте, скажите, как называется ваша компания? Наша компания называется Sonra. И в основном мы занимаемся производством электрических моделей, как для внутреннего рынка, так и на экспорт. А вот это там ваш логотип, там же написано Regoraptor. А, нет, вот наш логотип в виде солнышка и название нашей компании Sonra. Это название вашей компании для внутреннего рынка? Нет, название нашей компании для внутреннего рынка – Синры. А название на английском языке – Sonra. То есть там дальше это уже не ваш стенд и не ваше название. Да, вот наш логотип в виде солнышка. Логотип олицетворяет солнце, которое восходит на востоке. Расскажите о основных моделях, которые у вас представлены. Здесь вы можете увидеть электрические скутеры, которые мы производим, но мы также производим и электрические велосипеды. Электрические скутеры мы поставляем на экспорт, а электрические велосипеды мы продаем на внутреннем рынке китайском. Они здесь очень популярны. Скажите, а в какие страны вы поставляете свою технику? Давайте поговорим про три, наверное, самых крупных рынка, куда мы больше всего поставляем. Ну, на первом месте, пожалуй, Италия, на втором месте страны Юго-Восточной Азии, это Вьетнам и Индонезия. Да, в Россию на самом деле мы тоже поставляем, просто немного по сравнению с продажами в других странах. Вот вы сказали, что больше всего продаете техники на экспорт в Италию. Сколько штук вы продаете в год? Можете сказать? Да, мы продаем 40 тысяч единиц в год. 40 000 это вот таких электрических скутеров? Да, вот таких, но не только таких. А вот тут у вас есть модель электрического скутера, вы сказали, что ее пока нет в продаже. А, да, эта модель пока у нас не продается. Мы пока ее презентуем на рынке. Вы можете обратить внимание, что вот эти модели уже практически не уступают скутерам с ДВС, то есть и по расстоянию, по которой они могут проехать, и по мощности. То есть вот такой скутер, несмотря на то, что он электрический, он дает людям ощущение по мощности и другим параметрам, как будто бы они едут на скутере с ДВС. Вот если у вас человек какой-то из Китая хочет купить эту модель, например, конкретно, когда вы будете ее продавать, как ему ее купить? Через, например, интернет-магазин или на какой-то площадке, маркетплейсе? Наша продукция размещена в интернете, но на самом деле мы хотим больше реальных магазинов, больше точек торговых, где покупатели могут именно попробовать технику. Это специфическая продукция, ее нужно пробовать. Поэтому мы хотим, чтобы покупатели имели возможность ее протестировать, покататься на ней, попробовать, потрогать ее. Поэтому да, мы стремимся открыть больше точек розничных, где можно технику реально посмотреть. Мы стремимся вот к принципу try and buy, то есть попробуй и купи, чтобы люди могли попробовать и выбрать то, что им нравится именно в каком-то реальном магазине. Вы рассказывали еще вот про те две модели. А, да, вот это у нас модель называется Future, будущее, а вот это Legend, легенда. Вот этот белый скутер больше пользуется популярностью среди женщин, ну а черный больше среди мужчин. Это одна из особенностей нашего рынка, то есть мы разрабатываем технику как для мужчин, так и для женщин. Китайские женщины предпочитают технику светлых цветов,
Да, да, это правда. Белый цвет, оранжевый, розовый. Китайские мужчины предпочитают темные цвета, в том числе и в автомобилях, например, черный или коричневый. Вы говорите, что эти модели очень хорошо продаются на внутреннем рынке. А не подскажете, почему? То есть, благодаря каким характеристикам это так? Ну, вот эта модель, например, да, первая, это у нее привлекательный внешний вид. Ну, а второе, пожалуй, это мощность. То есть, давайте вот посмотрим, мощность у нее 3000 ватт. Ну, еще в этой модели очень мощная батарея. Скажите, а сколько можно проехать на одном заряде? Ну, если вы поедете со скоростью 60 км в час, то на одном заряде вы можете проехать 80 км. Но 80 километров – это, конечно, пробег при идеальных условиях. Вы понимаете, что многое влияет на этот пробег. Например, дорожные условия, также, например, температура окружающей среды. Вот вы, например, из России, у вас ведь температура достаточно низкая. То есть это тоже все, конечно, влияет на пробег на одной зарядке. So the range could be lower. I see. Yeah. Ну и еще мы уделяем нашей компании много внимания безопасности, потому что когда вы едете по дороге, возникают разные ситуации. И, например, в этой модели мы видим двойные дисковые тормоза, то есть и спереди дисковый тормоз, и сзади. So we have like the double disc brakes. So when you want to stop, потому что очень важно остановиться как можно быстрее, и для многих это действительно очень важно. Скажите, а что у вас вот здесь написано на табличке? Здесь написано, что в частности у этого скутера своеобразная система тормозов для того, чтобы пользователь мог остановить скутер очень безопасно и быстро. В этом скутере применяется и TCS, и ABS, то есть и Traction Control, и система ABS. Еще один вопрос, наверное, последний. Подскажите, вот если у вашего покупателя сломался скутер, вы продаете вообще запчасти? Да, ну, в частности, у нас, например, гарантия 3 года. То есть, если что-то сломалось, мы даем новые запчасти. Спасибо вам за рассказ, и вам тоже спасибо.